Всем добрый вечер. Меня не видно из-за телевизора, я так и предполагал. Я сказал, что низко повесили телевизор. Видно? Что-что? Из-за ноутбука не видно. Богдан, я знал, что этим кончится. Сегодня тема нашей проповеди, ну даже, может, не проповедь больше, а раскрытие темы, которая называется покаяние. И вот я хотел эту тему раскрыть, потому что для многих покаяние – это факт. Да? Я покаялся там X лет назад, X месяцев назад, X дней назад. На самом деле, что же это такое покаяние? Это процесс, это факт, это событие. Или это просто какое-то там слово из Библии, которое в некоторых местах употребляется на разном, в виде разных слов на греческом языке. И сегодня я хотел об этом поговорить. Я буду много мест Писания цитировать, я не думаю, что вы будете успевать за мной листать Библию, но если кто-нибудь сможет вывести их на экран, то это будет рекордно быстрое выведение стихов Библии на экран. Да. Я вообще на самом деле в последнее время сам себя превосхожу. Я не люблю гулять по Библии, я обычно делаю проповедь по одному месту Писания. Но тут, знаете, покаяние все-таки, оно возникло в нем необходимость еще в третьей главе Бытия. Помните, да? Было там такое дело неприятное. И практически до 20 главы Откровения постоянно идет речь о покаянии. И давайте мы с вами будем так заглядывать периодически в Библию. Если кто-то быстро листает, хорошо. Если нет, я даже разрешаю пользоваться электронной Библией, чего я обычно на своих домашних группах делать не разрешаю. Нужно бумажную Библию делать. Итак, Луки, 24 глава, 46-47 стихи. Так написано. «И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Дальше мы читаем в Евангелии от Матфея, в 3 главе, 8 стих, что Иоанн призывал людей покаяться. Там он говорил: «Сотворите достойный плод покаяния». И вот как раз о том, что такое достойный плод покаяния и в чем, собственно, каждый из нас должен был покаяться. Кстати, вы знаете, что до недавнего времени неверующий еврей – это было нонсенс. Ну вот буквально там до Второй мировой войны. Неверующие евреи – это было нонсенс. Все евреи были верующими. Другое дело там, кто во что. Да? Но все ходили в синагогу, все читали Тору, все зажигали свечи, все праздновали праздники и так далее. Все были верующими. Написано в Писании, что бесы веруют и трепещут, но это к делу не относится сейчас. Не было неверующих евреев. И вот всем этим неверующим евреям Иоанн, который явился пророком, и все знали, что это пророк, он был сын первосвященника, он пришел и проповедовал покаяние, и крестил их, то есть погружал их в воду крещением покаяния. Почему возникла необходимость верующим людям креститься в покаяние? В чем они должны были покаяться? Интересный вопрос. Потому что вроде как евреи всю жизнь, это вот сейчас у нас какой-то там фарисейский иудаизм непонятный, непонятно, что проповедуем, непонятно, во что верим. Тогда все было очень ясно. Все верили либо в единого Бога, либо в изделие рук человеческих. То есть были либо евреи, либо все остальные. Okay? Потому что все остальные не верили в единого Бога. А многие из всех остальных приходили и говорили: мы хотим верить в единого Бога, как нам стать евреями? Им говорили: очень просто. Обрезаемся, соблюдаем 613 заповедей, приносим жертвы, каемся в грехах, и вы евреи. И все хорошо. Не надо было вот это вот 7 тысяч шекелей, гиюр, раввин. Причем один раввин не признает биюр другого раввина, там, ну и так далее. Все не нужно было. Все было просто. Мой Бог, твой Бог, твой народ, мой народ. Все. Окей? И в чем же нужно было каяться, собственно говоря? Каяться нужно было в грехах. Вопрос, в каком грехе? Ведь мы же все были как бы безгрешные. Помните, да? Вот я как сейчас помню, в храм приходишь, теленочка приводишь, да? Вот так руки на него возложил, священник провозгласил, что все мои грехи теперь на нем. Да? Теленочка это. И все. И все хорошо. Ну, если там на неделе еще согрешил, можно курочку принести.
козленочка там, в зависимости от размера греха. Ну, все прописано, короче, я ничего не придумываю. Так вот, нужно помнить, что такое грех. Да? Грех – это то, что разделяет нас от Бога. Согласны? Есть такое понимание? Грех – это то, что отделяет нас от Бога. Многие говорят, ну, это же не такой большой грех прям. Знаете, если вы сейчас возьмете, сделайте небольшой эксперимент. Возьмите, сложите вот так вот руки, пожалуйста. Да? Вы чувствуете, что у вас одна рука к другой прям плотно прилегает. А теперь засуньте между руками, пожалуйста, тоненькую бумажечку. Ну, хотя бы, вот у кого есть бумажки, я вижу, на первом ряду есть, кто конспектирует, засуньте, пожалуйста. Бумажечку между руками. Видите, уже вроде как бумажечка-то тоненькая. И некоторые даже, если так хорошо ее повернуть, ее даже не видно будет. Но она разделяет между Богом и человеком. Для Бога не существует маленьких грехов. Для Него грех – это грех, а покаяние – это покаяние. И людям нужно было пройти процесс покаяния. Мы уже имеем с ним разделение, прямо от рождения. Мы родились во грехе. И, кстати, многие говорят, что Бог проклял Адама. Ничего подобного. Адама не проклинал. Вы знаете, Бог, он верен в своих решениях. В нем написано, нет ни тени, ни перемены. И он говорит, что я благословил человека, поэтому я не могу его теперь проклясть. Ну, согласны? Да? То есть, что было проклято? Была проклята земля. На этой земле родились мы, и мы родились во грехе. И каждый из нас рождается во грехе. И даже если мы родились в семье верующих родителей, не факт, что мы спасены. Так говорит Библия. Хотя многие говорят, что да, ну, я же родился в семье верующих родителей, я христианин, я спасен. Нет. Нет. Не спасен. Нет. Окей? Бог хочет, чтобы мы перестали грешить и начали восстанавливать свои с Ним отношения. Причем покаяние – это слово, которое переводится с греческого языка как кругом. Кругом. Да. И шагом марш. Не направо. Здесь у нас грех, здесь у нас Бог, и мы вдоль. Ну, куда там придется потом, да? Нет, кругом. Кругом – это спиной к греху, лицом к Богу. И начать двигаться куда? К Богу. Да? До сих пор мы двигались к греху. Знаете, Писание нам говорит, что ад, ну это, я не буду использовать слово ад, преисподняя, то, что упоминается в Библии, да, преисподняя. То есть там, где обитает смерть. Там написано, огонь не угасает, и червь не умирает. Помните, да? И это место тяжело сделать привлекательным. Зато дорога туда сверкает всеми цветами радуги. Амивин явин. Так вот, мы должны повернуться лицом к Богу, перестать смотреть на грех. Он очень привлекательный. Следует помнить, что мы играем на Его поле, на поле Бога. Это Его поле, согласны? Согласны, что это Его поле? Мы не играем на своем собственном поле. Он создал, написано, сначала небо и землю, потом все, что на ней обитает, потом разделил небо от земли, землю от воды, обозначил границы морям и на земле поселил нас. Чье поле? Его. Правила чьи? Его. Теперь вопрос. Хотели бы вы поклоняться тоталитарному, авторитарному Богу, который просто вот берет и росчерком пера там что-то раз и делает, или раз, или не делает, или отменяет, или еще что-нибудь. Хотели бы? Я нет. Я реально не хочу такому Богу поклоняться. Мне неинтересно поклоняться Богу, который все равно сделает так, как он хочет, и меня не спросит. Мне зато очень нравится поклоняться Богу, который мне, грешному созданию, дает право выбора. Вот такому Богу мне нравится поклоняться. Видите, аж экран зажегся. Так вот, Бог, который не тоталитарный, не авторитарный, Он все делает навечно. Аминь. У Него нет ничего временного. И даже если Он что-то делает, как нам кажется, временно, это все равно вечно. Вот душа человеческая, она тоже создана для вечной жизни. Согласны? Вы еще не проснулись, что ли? Или вы так устали на работе, что вы еще не здесь? Проснитесь. Такие все сидят. Каждому из нас дано право выбора, где мы хотим провести вечную жизнь. Мы можем ее провести там, где есть любовь, в Божьем присутствии, или в Божьем отсутствии. Дерек Принц сказал, да, что и в аду, и в раю будут одни добровольцы. Никто насильно нас туда не ведет.
И в любом случае исполнится воля Его. Его. Но Он нам дает право выбора. Он даже когда будет изливать чаши гнева своего на землю, откровение Иоанна Богослова, Он будет давать паузы, чтобы народ покаялся. Чтобы покаялись. Вопрос, покаяться ли, это право выбора каждого. Но мы знаем, что в последние времена, в которые мы с вами живем, лжепророк будет низводить такие чудеса с небес, да? Такие знамения, что все будут думать, о, это кара Божия. И все начнут не любить Бога. Но на самом деле написано, Бог верен и праведен, но хочет, чтобы мы жили вечно. Ну, душа наша, по крайней мере. Окей? И когда мы выбираем, где мы хотим провести вечность, мы должны помнить, что там, где любовь, кто хочет жить в любви? Есть такие, замечательные. Остальных руки болят, помолимся потом, чтобы не болели руки у вас. Значит, кто хочет жить в любви, замечательно. Но есть те, которые хотят жить там, где огонь не угасает и червь не умирает. Есть и такие. И наша задача донести до них информацию о том, что есть жизнь на земле. Мы каждый день молимся с вами, чтобы на земле было как на небе. Аминь. Если на небе любовь, то на земле что должно быть? Любовь, а не огонь и червь. И как вот раньше, вот сейчас мы с вами говорили об этом, как раньше вообще от грехов избавлялись? Теленочка, священник, жертвенник, да? Кровь, окропили, помолились. Греха нет, до следующего года. Окей? Но смотрите, что происходит. Жертвоприношение уже давно не имеет никакого значения в этом мире. Давно не имеет. И не важно, что поздние пророки после возвращения из Галута, из изгнания, они все-таки заявляли, что ну, Бог через них говорил, что я сделаю жертвоприношение ваше угодным для меня. Но нигде не написано, что он сделал это жертвоприношение угодным для меня, для него. Окей? Нигде не написано. То есть я все-таки основываюсь на пророке Исаии, это один из первых пророков, через которого Бог проговорил следующее, что жертвы ваши больше не могу терпеть. Это единственное место, где про курение написано, что это грех. Говорит, курение ваше, говорит, противно мне. Да? Но на самом деле понятно, что там про фимиам шел разговор. Но некоторые говорят, нигде не написано, что курение это грех. Нет, написано. Богу курение противно. Окей? Дальше написано, все очень просто. Бог говорит, что мы можем, вот на протяжении 2700 лет уже, Он говорит, мы можем жить на земле, как на небе. Прямо сейчас. И Он даже дает рецепт. Это Исаия 1 глава, 19-20 стих. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли, написано. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Это не человек сказал, это уста Господни говорят. Аминь. Итак, кому Бог дает выбор? Человеку. И теперь Бог призывает нас начать слушаться и начинать вкушать блага земли. Нам кажется, да, что в жизни все плохо. Ну, правильно ведь? Плохо. Денег нет, ноги болят. Руки болят, не поднимаются. Да? Там, что еще? На работе начальник, тот, которого нужно в жертву принести. Да? Сосед неправильный тоже. Тоже можно в жертву принести. И мы думаем, что это на самом деле Бог, ну, Божье проклятие. Да? Но на самом деле это не так. Бог говорит, что если послушаетесь, будете вкушать блага земли. А если не послушаетесь, то меч пожрет. Нас сегодня пожирает этот меч не Божий. Все-то думают, что Божий меч пожирает. Нет, не Божий. Мы сегодня, никто из нас не живет под Божьим проклятием. Здесь все веруют в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Аминь. Так вот, мы под Божьим проклятием сегодня не живем. Мы сами себе его создаем, когда не слушаемся и позволяем дьяволу приходить и под видом Божьей кары махать мечом здесь у нас, в нашей жизни. Отсекать финансы, отсекать правильных людей, отсекать то, отсекать это. Мы сами позволяем себе, мы упорствуем. Мы отрекаемся периодически от того, что нужно делать. И без покаяния вот в этих вот во всех грехах мы не можем попасть в присутствие Божие здесь на земле, а тем более на небе. Согласны? Теперь каждый из нас скажет, ну как, я ж покаялся X лет назад. Я же уже все, я ж каянный. Или раскаянный? Или прокаянный? Какое там правильно сказать слово?
покаявшийся, да? Да нет, я шучу, конечно, я знаю, какое правильное слово. Но, вы знаете, Писание, во-первых, говорит, что даже если мы ходим во свете и веруем, что Иисус наш Господь, и при этом говорим, что мы безгрешны, то мы лжем. Минуточку, это получается что? Я покаянный, раскаянный, перекаянный, но при этом грешный, что ли? Как так получается? А в чем тогда покаяние состояло? Ну, задавали себе такой вопрос? Вот мне задавали такой вопрос. Говорят, хорошо, если Писание говорит, что я, будучи во свете, все равно грешу, то я не покаянный. Правильно? Ну, задают вам такие вопросы? Мне задают. В чем смысл покаяния? Очень просто. Давайте посмотрим. Бог говорит, я могу омыть ваши грехи. Говорит? Где Он это говорит? Там же в Исаии. 1 глава, 18 стих написано. «Тогда придите, рассудим, говорит Господь, если ваши грехи будут как багряная, то как снег убелю, а если будут красны, как пурпур, как волну убелю». То есть Он может вот так вот раз и сделать нас чистыми от греха. Так или нет? Тогда мне задают следующий вопрос. Тут написано в Исаии, что, ну да, нужно же делать добрые дела, нужно там вдову накормить, сироту приютить, да? Перестать делать зло. Значит, получается, что если я буду делать добрые дела, то Бог убелит мои грехи? Вопрос тогда, почему Он этого не сделал раньше? Или, если Он так вот может просто взять и убелить грехи, вот так раз, и все хорошо. Ну, что, зачем вообще все это нужно? История длиной в 5777 лет. Может, можно было сразу вот так раз и все смыть, и все были бы чистые, и Адама можно было не выгонять из Эдемского сада, и жили бы они там, и никого бы не стеснялись вообще. Смысл во всем этом какой? Вам не задавали такие вопросы? А мне задавали такие вопросы. И очень часто, а особенно знаете кто? Наши ветхозаветные братья здесь. Они же очень хотят поспорить, почему они более спасенные, чем мы, или наоборот, мы менее спасенные, чем они. Так вот, если Бог любит своего, весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, знаете, Сына Своего отдал, смотрел на Его мученическую смерть, чтобы каплей крови Его омыть все человечество, зачем это нужно было? Зачем нужно было страдать? Зачем страдать-то? Можно же было просто вот так вот взять и все омыть. Правда? Можно было? Почему этого не произошло? Почему этого не произошло? Очень интересный вопрос. Давайте мы посмотрим, что хочет Бог, чтобы мы жили в покаянии. Потому что если бы мы жили, если бы мы были святыми, мы себя считаем святыми, правильно? Но все же здесь святые. Мы же сейчас в собрании святых находимся. Аминь. Так Писание говорит. Но если мы святые, то чего же мы до сих пор не светимся? На небесах не сидим. Одесную Бога. Вместе с Иисусом, как Он говорит. Того, что, ну, если кто откроет, того пассажир рядом с собой. На троне, на перу Божьем. Почему вот это до сих пор там не сидим? Что-то где-то все-таки еще есть. И Бог хочет, чтобы мы добровольно решили уйти от греха. Я знаю, что все мы здесь святые. Я не оспариваю вашу святость ни в коем случае. И свою даже не оспариваю. Даже свою не оспариваю. Бог хочет, чтобы мы освящались и дальше. Написано, святое да освящается еще. И Бог хочет, чтобы мы с вами добровольно ушли от греха. Бог хочет, чтобы мы искали этот грех в себе. Бог говорит, что мы грешим даже после покаяния. Мы грешим. Если кто-то сейчас говорит, что он не грешит, лучше не говорить. Он готов поменять наше сердце, вы знаете. Бог говорит, я поменяю им сердце каменное на сердце плотяное. Говорит, и напишу уставы свои на сердцах их, да, и буду ходить среди них, и будут мне народом, а я буду им Богом. Но так же говорит он в Иеремии, да? То есть он готов сам поменять наше сердце. Но почему же мы, когда он нам поменял сердце, кто здесь рожден свыше? Есть, остальных руки болят. Еще раз, кто рожден свыше? Аллилуйя. Остальные сомневаются, да, так понимаю? Сейчас перестанете сомневаться. Нет правильного ответа. В духе, в духе. Так вот, Бог хочет, чтобы мы решили уйти от греха, причем добровольно. И Он готов поменять наше сердце с каменного на плотяное и дать нам способность сопротивляться греху. Вы знаете, в чем была проблема Адама и Евы в Эдемском саду? Почему они согрешили? Они не захотели сопротивляться. Они захотели, вот у них уже все было гладко, смотрите, там пошел направо, поел,
Пошел налево, опять поел. Пошел прямо, поспал. Да? Ничего не надо было делать. Реально, там все орошалось само. Ничего, ну, только нужно было охранять, написано. Охранять и управлять. А, ну, у Адама еще была тоже забота. Я бы, наверное, не справился. Животным всем имена дать. Я бы реально не справился, наверное. Ну и все. А они привыкли жить вот так вот просто. Знаете, когда пошел и стало. Ну, Бог же сказал и стало. И у Адам тоже пошел и стало у него. Да? Он заскучал, так на гориллу посмотрел. Сказал, нет. Бог подумал, нет, надо что-то другое сделать. И, значит, общий наркоз, операция, ребро, Ева, все. И Бог посмотрел, сказал, о, это плоть от плоти, кровь от крови, кость от кости, все мое. Окей? И у них все вот так вот все стало, и они не стали сопротивляться греху. Они просто что-то сделали, а потом только поняли, что согрешили. Ну ладно бы согрешили, но нужно же было после согрешения покаяться, согласны? А они что сделали? Стрелки начали переводить. Это не я, это жена, это не я, это змей, змею не на кого было, ну и все как бы. На этом... Бог дает нам каждый день новую благодать, чтобы мы жили в победе. Чтобы мы жили в победе над грехом. Чтобы если мы вчера какую-нибудь бяку сделали, чтобы мы сегодня увидели эту бяку и раскаялись. Раскаялись не для того, чтобы сказать, ой, Господь, я согрешил перед тобой в очередной раз. Ну, ты в курсе, короче. Или, знаете, еще к священнику приходят и говорят, значит так, я тут нагрешил и списочек. Да, сколько надо заплатить денег? Есть такая доктрина в церкви. Индульгенция называется. Знаете, сколько соборов было построено в католической церкви за искупление грехов? Ну, Бог вот что говорит. Это... Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стих. Итак, оставляя времена неведения, неведения чего? Неведения чего? Написано, что от неведения погибает народ мой. Неведение чего? А? Своих грехов, совершенно верно. Человек не понимает, что он грешит. Мы очень многие вещи делаем по привычке. Мы по привычке делаем какие-то вещи, и мы думаем, что это нормальная вещь вообще, нормально, абсолютно. Потом вдруг приходит пастор и говорит, слушай, ты это, ну не то ты делаешь, короче. Говорит, как, я этим всю жизнь занимаюсь, ну, живой же пока еще. Пока еще. Пока еще, есть еще смерть вторая. Не хочется очень-то попасть. Так вот, оставляя времена неведения, у всех были времена неведения, все понимаем, да, и я тоже, мы все понимаем, что мы до сегодняшнего дня где-то до какую-нибудь бяку делали. Делали. Оставляя времена неведения, Бог ныне, знаете, есть гениальное слово в Библии, которое называется ныне. Не вчера, не завтра, ныне. Да? Ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему? Потому что Он назначил день, в который будет проведено, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Я когда вот эти слова читаю, у меня немножко мне становится не по себе. Смотрите, Бог уже все предопределил. Бог уже принес жертву, уже пролил кровь своего сына. Он уже воскресил его из мертвых, уже подал нам удостоверение, что мы все можем пойти в один прекрасный день, либо в место, где не гаснет огонь и червь не умирает, либо в то место, где есть Божья любовь. Когда это произойдет, кто-нибудь знает? К сожалению, нет. Так когда же мне нужно каяться-то? Сейчас. Мне сейчас нужно жить в покаянии. Мне сейчас нужно понимать, что все плохо в моей жизни, потому что есть обязательно какой-нибудь маленький грех, вот такой тоненький, как эта салфеточка, который разделяет меня от Бога. Отделяет. Я хочу вам дать сегодня рецепт из 5 шагов, как жить в покаянии каждый день. Если кто-то конспектирует, конспектируйте себе. Нужно задать себе всего 3 вопроса. В чем заключается покаяние? Знаю ли я, в чем заключается покаяние? Что это такое? Это первый вопрос. Второй вопрос. Покаялся ли я на самом деле? Не когда-то, X лет назад, а сегодня, когда я на кого-то накричал, когда я кого-то обманул, когда я что-то сделал не то, когда перешел дорогу на красный свет, я законопреступник, на секундочку. Это счет, ну, машин же не было, на красный свет же я перешел. Знаете,
того, кто украл жвачку в супермаркете за полшекеля, и того, кто украл миллион из банка, называют как? Вор. И судить его будут по одной и той же статье. Воровство. То же самое будет и в тот день, который назначил Бог. И третий вопрос – это как жить мне в покаянии каждый день? Итак, в чем заключается покаяние? Покаяние состоит из пяти шагов. Первое – нужно увидеть грех. Как мы можем увидеть грех, если мы своими плотскими глазами каждый день видим одну и ту же жизнь, грешим на автомате? Как мы можем увидеть грех? Это первый вопрос, который нам нужно сделать, задать себе. Второй вопрос – как нам расстроиться из-за этого греха? Как нам стыдиться этого греха? Вы знаете, многие люди рассказывают о своей предыдущей жизни, как будто это было просто какое-то там вау, событие. Я такое нанюхался за свою жизнь. Да он там, что он там какую-то траву курил? Вы что, ребята, я там, не знаю, что делают наркоманы, простите меня. Ну там, какой самый крутой наркотик считается? А ты откуда знаешь? Скажем, героин. Скажем. Вот я на героине, а он там просто траву курил. Я же, а он-то. Многие так рассказывают свое свидетельство. А потом я покаялся. И таким свидетельством можно победить? Сомневаюсь. Третье. Нужно признаться в грехе. Нужно признаться, что это грех. Можете себе место Писания записать. Псалом 31. 3 и 5 стихи. Нужно возненавидеть грех, потому что он наш враг. Он пришел, чтобы разделить между мной и Богом. Я должен возненавидеть грех. Нужно повернуться к нему кругом. Пятый шаг. И что это? Это третий стих. Кусочек. Это анонс третьего стиха. Дома посмотрите продолжение. Итак, как увидеть грех? Первое место, где мы видим, как проще всего увидеть грех, это 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. 1 Тимофею, 4, 16. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, не время от времени, не когда есть свободное время, не в конце недели, не во время проповеди, а постоянно. Окей? Ибо так поступая, спасешься сам и слушающих тебя спасешь. У вас, может быть, по-другому написано. Да? Ну, смысл тот же. То есть только так, если я буду поступать, то я спасусь, и всех, кто меня будет слушать. А кто меня, собственно, будет слушать? Знаете, когда мы приходим домой, вот у нас есть люди неверующие. Вот у кого есть в семье неверующие? Есть, да? Мы приходим домой, особенно если это неверующие дети. Вот у меня неверующие дети. Дети взрослые, дети уже самостоятельной жизнью, там 20+, но тем не менее, они неверующие. Я когда к ним прихожу с проповедью Евангелия, они меня не слушают. Почему? Задавали такой вопрос? Почему же они нас не слушают? Почему наши неверующие дети, нас, верующие, истина-то у нас, это мы же верим в путь, истину и жизнь, правильно? Почему они нас не слушают? Очень просто. Мы не являем им своей жизнью ту жизнь, которую они хотели бы жить. Потому что на самом деле, если мы копнем глубоко-глубоко-глубоко в наше сердце, и они, и мы хотим жить одной жизнью. Какой? Счастливой. Только каждый видит счастье по-своему. У кого-то счастье – это BMW, а у кого-то счастье – это в церкви послужить. На самом деле нет ничего более драгоценного на этом свете. Но это нужно один раз только попробовать. Один раз. Чем Божья любовь. Нет ничего. Есть только одна Божья любовь, которую если мы один раз попробовали, мы больше не захотим ее ни на что применять. Я это испытал, когда покаялся 4 года назад, во время проповеди. Когда я пришел вообще даже, я не пришел туда вообще слушать проповедь. Я пришел просто послушать ответ на какой-то вопрос. Моему другу, который пастор церкви. И я вообще даже не... Ну, они поют, и ладно, я свое свидетельство уже рассказываю. Но меня там так коснулось, так Господь просто проник во все мои клеточки моего организма, что у меня другого варианта не было. Я испытал эту Божью любовь. Он меня заставил ее испытать. Он поместил меня в этот дух и заставил меня ее испытать. И с этого момента я начал вникать в учение и в себя.
чтобы понять, а что вот, по учению во мне не так? Что я делаю не так? И выяснилось, ой, сколько там. Оставьте 10 заповедей в покое. Там по каждой заповеди можно составить досье. В 3-4 папки по каждой заповеди. Я говорю про все остальное. Например, про прелюбодеяние. Да, у меня была красная линия всю жизнь. Я могу заявить прямо перед Богом сейчас. Я никогда не прелюбодействовал. Но знаете, есть такое упражнение от остеохондроза. Мужчины знают. Ну, чтобы шея не болела, знаете. И глаза, чтобы мышцы развивать. Я заглянул в Писание. Оказывается, это грех. Думаю, ой, мне тут каяться, не перекаяться вообще. А так-то я никогда. И не воровал никогда ни у кого ничего. Windows, правда, не лицензионный, но это же мелочи. Вот это называется вникать в себя и в учение. Сопоставлять, взять вот так вот учение и себя. И посмотреть, что не так. Второе. Как расстроиться, как стыдиться этого греха. Недавно разговаривал с... Да, что недавно разговаривал? У нас в нашем молодежном служении все такие, да, у меня такое, да я там то, да я это. А потом покаялся. И покаялся. Все. Теперь не то и не это. И в общем. Раньше-то что, вон дискотеки, клубы там вообще там отжигали по полной. Сейчас покаялся, уже все, уже... Как с таким свидетельством можно кого-то пригласить вообще послушать хотя бы Евангелие спасения? Если, например, да, я занимался оккультизмом, мне об этом говорить сегодня стыдно. Но еще 2 года назад, это уже после покаяния, я покаялся, еще 2 года назад я говорил, да я вообще тут мог такие вещи делать, вы че? Сейчас не хочу об этом даже говорить, потому что стыдно, потому что покаяние приходит, да, со временем. Я не говорю, что нужно раз вот так вот и все сразу исправилось. Нет, каждый день написано, святой да освящается еще, найдите в себе еще дырку, залатайте ее, найдите в себе еще темное пятно и ототрите его. Сами не можете, к Богу обратитесь. Сейчас до этого дойдем. Нам должно быть стыдно за эти прошлые дни. Стыд этот, знаете, вот мне говорят, ну как стыдно? Это же сатана внушает стыд, страх и сомнение. Как мне должно быть стыдно? Знаете, когда сатана внушает вам стыд, страх и сомнение, вы не знаете, почему вам стыдно, страшно и сомнительно. А когда Бог приходит к вам и говорит, послушай, тебе не стыдно, и ты знаешь за что. Тебе страшно, и ты знаешь почему. Тебе сомнительно, и ты понимаешь, что это потому, что не по Слову Божьему ты сомневаешься. Разный стыд, страх и сомнение. И в нам должно быть стыдно, потому что Бог приходит и говорит, послушай, тебе вообще не суждено было сегодня сидеть здесь. Тебе не суждено было сегодня иметь часть в трапезе Господней. Ты вообще ничего хорошего в этой жизни не сделал. Но я просто взял, избрал тебя. Ты же шел прямой дорогой в ад. Я так вот взял тебя просто, туда поставил, спросил, хочешь спастись? Дорога в ад, вот она. Хочешь спастись? Приди ко мне. Я успокою тебя, я омою тебя, послушайся. Мы послушались и пошли, но теперь нужно дальше что-то делать с этим. Мы не можем сказать, окей, я иду за Господом, ну и что, что я матюкнулся там где-то, ну и что? Ну и что, что я там где-то что-то украл, ну и что? Ну я же все, я уже спасся. Помните, в Откровении написано, что Иисус говорит, я хвалю тебя, как там так было, что ты ненавидишь учение николаитов, которых я ненавижу. Кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом, кто такие николаиты? Почему Иисус их так ненавидит? Нет, это не фарисеи. Это люди, которые считали, что законопреступничеством не считается ни целомудрие и идоложертвенное. Они говорили, что если мы уже спасены, то есть провозгласили Иисуса Господом, теперь можно делать все, что хотите. А вы что, думаете, что-то изменилось за 2000 лет? Нет. И сегодня есть николаиты. И Бог говорит, что мы не должны ненавидеть эти дела. И вот эта вся наша жизнь прошлая, она должна быть заключена у нас, знаете, вот на письме пишут в скобках. Толик, можешь вывести какое-нибудь слово? Напиши «прошлая жизнь» в скобках. На экране можешь в скобках? Просто написать «прошлая жизнь» в скобках. Вот эти скобки, они никогда не должны открываться и закрываться, они должны быть там постоянно. Эти скобки – это кровь Христа.
которая поместила всю нашу прошлую жизнь туда, в прошлое, за большую дубовую дверь, закрытую на замок, которую никто не может отворить больше, потому что Иисус ее затворил своими ключами. Почему мы ее постоянно достаем? Почему мы не стыдимся своих грехов? Почему мы возвращаемся обратно всегда? Мы обратно возвращаемся, вспоминая, о, там было классно. Сейчас, конечно, уже нет, после покаяния уже тяжело, конечно. Но тогда вообще просто. И прямо аж видно, у человека глаза горят, когда он рассказывает, как он грешил. А про покаяние у него так, ну, я покаялся, и слава Господу. Слава Господу. Так мы не победим. Надо признаться в этом грехе. Надо понять, что грех... Есть слово? Окно документа. Нет. Должно быть слово какое? Слово «прошлая жизнь» в скобках. Есть? Пишут? Что, от руки пишете, что ли? А, ну окей. Нам нужно понимать, что вот эти скобки – это проявление славы Божьей, которую Он проявил 2000 лет назад на Голгофе. Слава Божья в нашей жизни. Да, я не стоял перед крестом, когда его распинали, и он там умирал. Не стоял. Но мне достаточно посмотреть фильм «Страсти Христовы». Мне достаточно. И когда я говорю, мне спрашивают, какая твоя цель? Мы сегодня об этом говорили на ученичестве. У нас сегодня много было народу на ученичестве. Полный зал. Я говорил, какова наша цель? Ну, кто говорит там «небеса», да? Кто-то говорит там «жизнь вечная», кто-то говорит еще «все правильно, и небеса, и жизнь вечная». Но цель... Кто стрелял когда-нибудь? Есть такие, да? Цель – это не то, куда мы идем. Цель – это то, что мы четко видим. Если мы четко видим Христа распятого, которого Павел проповедовал в Коринфе, который говорит, я отрекся от всего, не хочу знать ничего, кроме Христа распятого. Если мы видим это как цель, мы смотрим в правильном направлении, мы туда придем. Потому что куда пошел Иисус после смерти на кресте? К Отцу на небеса. И взял с собой разбойника, который сказал, ныне же будешь со мною в раю. Мы хотим быть в раю. Какую цель мы должны видеть? Иисуса распятого на кресте. Как признаться в грехе? Что, есть? Никак. Оставьте эту затею. Что, есть? О! Видите, вот эти скобки – это слава Божья, которая заключила вашу прошлую жизнь в то, что раскрыть больше никто не может. Вот вам образ просто. Вот представляете себе это каждый раз. Перестаньте эту прошлую жизнь доставать из этой капсулы. Она в конце концов растреплется. Вы видели какую-нибудь капсулу? Да? Она же из двух половинок состоит. Вот вы ее будете открывать, закрывать, потом уже не сможете закрыть. Хватит туда лазить. Закрыл вам Иисус ее своей кровью. Все, забудьте о ней. Как признаться в грехе? Много способов есть признания в грехе. Вы знаете, я слышал разные, много молитв покаяния. Сам молился молитвой покаяния. Но вот во второй книге «Царств» написано, 12 глава, 13 стих, все знают это место. И сказал Давид Нафану, 2 царство, 12-13. Для тех, кто на иврите, это вторая книга Самуила. Шмуэль-Бет. Написано, и сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. Все. Вот вся молитва покаяния. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Нужно ли Господу нашему слушать наши многословные молитвы покаяния? Согрешил я перед Господом. Богу не нужны наши провозглашения. Он знал задолго до того создания мира, что я сегодня буду говорить. Ему нужны наши сердца. Он хочет видеть покаяние в сердце. У Давида было покаяние в сердце. Почему? Потому что он был человеком по сердцу Божьему. Бог знал, с кем он имеет дело. Послание Якова, 5 глава, 16 стих, написано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться.
много может усиленная молитва праведника. Написано, признавайтесь и молитесь. Знаете, можно, конечно, пойти сейчас своему другу и сказать, слушай, я тут такое понаделал, я тебе сейчас расскажу. Лучше не надо. Потому что друг, скорее всего, грешит лучше, чем вы. Ну, мы же как смотрим на людей? Он почему грешник? Потому что грешит не так, как я. Вот если бы грешил, как я, тогда нормально. А если не как я, тогда ненормально. Тогда нельзя, это уже грешник. Вот вы же не знаете мотивацию своего друга. Нам каждому нужно покаяние. Бог поставил, написано, кого апостолами, кого пастырями, кого пророками, кого учителями. Вот придите к пастору своему и покайтесь. Спросите сейчас у пастора Игоря, кто каялся у него постоянно, о чем вы каялись ему? Думаете, он помнит? Я подписываю, что нет. Ко мне приходят люди, говорят, слушай, я тебе уже каялся. Я говорю, я не помню. Каялся, знаешь, каялся. Потому что я не помню. Это не моя работа, помните, о чем люди каются. Моя работа, это написано выслушать, помолиться, и написано прощайте грехи. Кому простите, тому прощено будет. Кому не простите, на том останутся. Это моя работа. Как верующего человека. У вас есть человек, которому вы доверяете? Который вы знаете, что он перед Богом ходит, как, ну, как минимум, как Енох. Как минимум. Придите и покайтесь ему. Признайтесь ему просто. Он помолится, и все у вас будет хорошо. Потому что многое может молитву праведника. 1 Иоанна, 9, 1 глава, 9-10 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его в нас нет. То есть, представляете, если мы с вами, будучи верующими людьми, говорим, что мы не согрешаем, мы кого мы подставляем под удар? Бога, ну скажите, пожалуйста, Бог нуждается вообще в нашем отмщении за свои грехи? Нет. Он сам способен за себя постоять, согласны? Но почему-то он говорит, что мы представляем его лживым. А вы хотели бы, если бы к вам пришли сегодня люди и сказали, слушай, ну, есть Бог, которого, если поверишь ему, он тебя очистит от всякой неправды, а вы думаете, ну вообще как бы ложный у вас Бог. Не хочу я в него верить. Вы бы, наверное, тоже не согласились, правда? Как мы можем говорить, что мы не грешим, и при этом проповедовать Евангелие? Проблема. Нужно все-таки пойти и покаяться. Третий шаг. Это как возненавидеть грех. Давайте с вами посмотрим. А? Это третий. Как возненавидеть грех? Может быть, и четвертый. У меня тут цифры не написаны. Да-да, четвертый, прошу прощения. Четвертый. Значит, у нас есть четкое понимание того, как мы можем быть счастливыми. Все же мы говорим, хотим счастливой жизни, да? На земле, как на небесах. Так вот, те, кто там, они же блаженны, да? Тут написано, блажен муж. Значит, если здесь женщины присутствуют, то это и к вам тоже относится. Потому что там написано «иш». «Ашрея иш». Не муж, в смысле муж ваш, блажен, а вы нет. А в смысле «ашрея иш» – человек. А «иша», которая жена, она от мужа. Она будет блаженной от мужа. Поэтому к вам тоже относится. Так вот, написано «блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит». Помните, да? Не ходит на совет нечестивых, да? Не стоит на пути грешников и не сидит в собрании разлучителей. Но что делает? В законе Господа воля его. И о законе его размышляет день и ночь. О чем мы размышляем день и ночь? Да ладно. Вот прям день и ночь. Вот прям день и ночь. Вот я ночью сплю, например. Но я верю Богу, Создателю неба и небес, неба и земли, который берет мою душу, прям вот как написано в псалмах, берет мою душу, когда я засыпаю, и возвращает мне, когда я просыпаюсь. Я очень хочу верить, что моя душа помышляет о Господе всю ночь, без меня. Но я точно могу вам сказать, что когда я бодрствую, я не с утра до вечера о Боге помышляю. Еще нужно помыслить о еде, о том, как ее приготовить, главное, из чего. Как, ладно, разберемся, главное, из чего. Ну и так далее. Еще Арнона приходит иногда. Электричество. Зачем об этом размышлять, действительно? Что? Он приходит и приходит. Знаете, когда я говорю, если Бог посылает вам проблему, он должен послать вам вместе с ней и решение. Потому что так говорит послание Коринфянам, написано,
что не посылает ничего, в чем мы не можем устоять. Если пришла проблема и нет решения, значит, это не моя проблема. Ну, правильно? Дальше. Римлянам. Очень важный стих. Римлянам. 12 глава, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Об этом на прошлой неделе проповедовал пастор Игорь. Помните? Про волю Божию. Так вот, что значит «не сообразуйтесь с миром сим»? Слово «сообразуйтесь», оно очень хорошо объясняется таким свойством любого живого существа на этой планете приспосабливаться к условиям окружающей среды. Рыба принимает температуру воды, в которой она живет. Насекомые имеют соответствующую окраску, чтобы их не замечали или не трогали. Окей? Люди обычно принимают окраску, чтобы не замечали. Насекомые, чтобы не трогали. Бежит по полу таракан, мы от него отпрыгиваем. Слышит, таракан больше боится тебя, чем ты его. Чего ты от него прыгаешь? Но почему мы боимся маленького таракана? Он не маленький. Психологически. Вы можете предугадать, что таракан сейчас сделает? Как прыгнет, да. Как выпрыгнет, как выскочит. Пойдут клочки по закоулочку. Он спасается на самом деле. Он на вас напасть не хочет, поверьте мне. Ну, у него хоть маленький, но мозг есть. Он, правда, без него неделю может жить, в отличие от нас. Есть те, кто всю жизнь живут. Но у таракана мозг, не надо его бояться. Так вот, мы обычно смотрим на этот мир, вот этот вот, и думаем, не, лучше принять образ этого мира, чтобы не выделяться, знаете. Вот лучше я буду спокойненько сидеть, ничего не делать. Мне сказали Евангелие проповедовать, да, но не этому, которого в жертву принести надо. Ему не надо Евангелие проповедовать. Ну как я ему сейчас пойду, буду Евангелие проповедовать? Или вот соседу, как? Ну он же вот тоже этот, которого в жертву принести. Ну как я ему буду? Да? Отпущение вот этот сосед. Не сообразовывайтесь с миром сим. Павел имел в виду, что мы не должны принимать образ мира сего. Смотрите, что происходит сегодня с верующими. Нет, здесь таких нет. Я уверен, нет. Но я знаю, что есть такие верующие, где-то на другом континенте есть такие верующие, которые здесь в церкви сидят, они и руки поднимают, и песни все наизусть знают, и Библию цитируют прямо по стихам с местом Писания на странице, на которой это написано. Все так круто просто. Выходишь с ними на улицу, их кто-нибудь подрезает, и там вся информация про родителей выкладывается просто. Есть такие, да. И братья есть такие, и сестры. Сестры реже встречаются. Здесь таких нет. И слава Господу. Мы должны понять, что сообразоваться с этим миром, это значит сообразоваться с грехом, от которого мы с таким трудом избавились кровью Иисуса Христа. Кто трудился сильно, чтобы избавиться от греха? Я нет. Я пришел, меня коснулось, и я больше не грешу. Потом открываю Писание, оказывается, грешу. И думаю, что же делать? Писание дает нам четкий рецепт. Просто пишите себе места Писания, а потом прочитайте. Псалом 30, 7 стих написано. «Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». Нет, я же не идолопоклонник. Ну да, зарплата нужна, да. Ну да, естественно, если предложат работать в Шиши, я пойду работать в Шиши. Ну что делать? Деньги-то надо. Арнона-то приходит. Да, нужно то, нужно это, 5-е, 20-е. А так нет, я не идолопоклонник, нет. Машину купил, да, нужно платить за нее, конечно, да, там три машканты взял на эту машину, зато машина есть. Квартиру купил себе в самом дорогом районе, надо платить. Ну, что делать, если служение, ну, служение, да, но работать-то надо. Так на кого уповаем? На суетных идолов? А, начальнику нужно еще обязательно поздравить его с каким-нибудь языческим праздником, который он празднует, потому что ну, мы же не можем, если не поздравим, все равно в жертву его не принесем, а он может отомстить.
Псалом 100, 3 стих. «Не положу перед очами вещи, перед очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Заходишь к верующему, а у него случайно компьютер открыт, а там какая-нибудь стрелялка с бродилкой. И монстры. И порнография. А так нормально, верующий. Все хорошо. Писание говорит, что мы не должны делать. Псалом 118, 104 стих. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Но достаточно, что мы говорим, что мы не грешим. Мы уже с этим местом Писания никак не сообразуемся. Тот же Псалом 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Мне так нравился этот стих, когда я покаялся. Я говорил, вот почему я вашу синагогу так не люблю. Потому что вы там вымыслы человеческие проповедуете. Ну, мне нужно было себя оправдать. На самом деле не об этом речь. Речь идет о том, что мы сами себе рисуем того Бога, который бы вписался в наши жизненные принципы, которые мы носили в миру. Здесь есть люди, которые пришли не из мира, а вот прямо от рождения верующие, и всегда были верующие, и никогда от Бога не отходили. Что, нету таких? Есть? Все так скромно. Не с рождения. Значит, не считается. Я говорю про тех, кто с рождения. Мы всегда пытались упаковать, еще будучи мирскими, упаковать Бога в коробочку. И иногда даже в Боге пытаемся упаковать Бога в коробочку. Не получится. Потому что тут написано, что вымыслы человеческие я ненавижу. Давайте оставим Богу его место в нашем сердце на троне. Окей? Тот же Псалом 128 стих. «Все повеления твои, все признаю справедливым». И тут пауза. Сейчас все начали прокручивать 613 заповедей. Все ли мы признаем справедливым, да? Тот же Псалом 163 стих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон твой люблю». Тот же 138 Псалом, простите, 21-22 стихи. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». То есть, если у нас друзья атеисты, мы должны ненавидеть их, правильно? Неправильно. Мы должны ненавидеть атеизм. А людей мы должны любить. Давид тогда был немножко в другом положении, чем мы. Вы не помните, наверное, а я как сейчас помню. За ним гонялась семья Саула и хотели его убить. Он был на войне, он был генералом. Да? И у него были другие условия жизни. Поэтому он мог позволить себе ненавидеть врагов Бога и даже убивать их, потому что он был на войне. Но наша сегодняшняя брань написана не против кого? Не против крови и плоти. Поэтому атеистов мы любим. Атеизм не очень. Притчи, 8, стих, 13, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». То есть гордость, высокомерие, злой путь и самое главное – зло. Что такое зло? Как называется зло на иврите у нас? Ра. Да? То есть все, что плохо. А кто сейчас решает у нас, что хорошо, что плохо? Ну, мы же и решаем, собственно. Мы же попробовали. Мы же попробовали дерево, от дерева познания добра и зла, да? Что хорошо, что плохо. Теперь мы решаем. Но нужно ему отдать, решать, что хорошо, что плохо. И он в Писании своем четко прописал, что хорошо и что плохо. Итак, если мы сейчас понимаем, что это пути того, как мы можем возненавидеть грех, давайте теперь, если мы его возненавидели, все возненавидели грех? Я до всех достучался? Все возненавидели? Не все. Руки болят. Все больше и больше. Теперь, как повернуться к греху спиной? Очень многие любят цитировать это место Писания. Давайте мы его прочитаем вместе. Евреям, 6 глава, 4, с 4 по 6 стих. Евреям. Я очень хочу, чтобы вы открыли и прочитали вместе со мной. Евреям, 6 глава, 4, с 4 по 6 стихи. Написано. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшегося причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Слышали, наверное, это? Говорили вам? Читали вам? И вы так думаете, так.
Вот просто можете поднять руку, кто так думал. Я так думал. А могу ли я вообще покаяться так, чтобы меня уже вот окончательно в небесное царство взяли? Ну, где записываются в это небесное царство, чтобы так покаяться, чтобы больше уже не грешить уже? Могу ли я так покаяться? Писание говорит, что нет. Но с другой стороны, если оно говорит, что те, кто отпал, значит, есть те, кто не отпали, согласны? То есть получается, если я не отпал, то есть не согрешил ни разу, то я войду в небесное царство. А если я согрешил, то не войду? Так получается? Вы проснулись? Так получается? Что делать? Если мы сейчас поняли, что мы все грешим, то все, мы тут все не в небесном царстве, что ли? Я вас призываю не впадать в еще один грех, от которого предостерегал нас Иисус. Закваски фарисейской и седукейской. Не вырывайте текст из контекста. Есть еще два стиха, которые нужно прочитать. Это 7 и 8 стихи, которые являются неотъемлемой частью этого местописания. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Вопрос. Если человек покаялся, здесь есть те, кто покаялся? Ух ты, больше людей. Все-таки молитва работает, руки перестают болеть. Если человек покаялся и при этом продолжает грешить тем же грехом, каждый раз тем же грехом, осознанно, он говорит, что нельзя грешить, он говорит, ну а что делать, я такой, а что делать? Является ли такой человек спасенным? Согласно этим стихам Библии. Является или нет? Нет. Не является. Это об этих людях Иисус говорил. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем многие чудеса творили, тогда объявлю, я никогда не знал вас. Не то, что я не узнаю вас, опа, ты кто? Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Что же происходит у нас? Получается, что я сейчас задуматься должен, а тот ли я, которому Бог скажет, делающий ли я беззаконие? Ободрение хотите? Если я до момента покаяния делал одни и те же грехи, покаялся и продолжаю делать одни и те же грехи, это было не покаяние, а провозглашение того, что я хочу быть как все, сообразоваться с этим миром, который называется Царство Небесное. И такого человека Бог не хочет видеть, он хочет покаяния в сердце. А когда человек покаялся в сердце, может ли он после этого приносить гнилой плод, если у него обновленное семя? Не может. Я знаю, что здесь нет таких людей, которые всю жизнь приносили рак тернии и волчцы. Здесь все приносят плод. Но скажите, пожалуйста, если вы возделываете землю, кто из вас огород когда-нибудь выращивал? Я нет, но я все равно, я изучал эту тему чуть-чуть. Если вы вскапываете огород и удобряете его постоянно, и все у вас круто, и грядочки там одна к другой, там и все посажено, и там вот и шнурочки натянуты, и реечки стоят, все круто. И огурчики пошли, и завились вокруг этих жердочек, а потом раз и сорняки. Это что значит? Весь огород в мусорку? Земля плохая? Огород, делатель огорода плохой? Нет, но появляются сорняки. Где появляются сорняки? На плохой почве? Нет, всегда на хорошей. И там, где есть хороший плод, там появляются сорняки, потому что им есть от чего питаться. Если мы где-то допустили какой-то рост сорняка, это не значит, что мы не спасены, но мы должны покаяться и убрать эти сорняки, аккуратно выдернуть их оттуда. Поэтому по плодам мы можем узнавать, кто такой человек и что он из себя представляет. И как вообще понять, насколько мы глубоко в этом грехе укоренились и как нам оттуда выйти? Как нам вообще понять? Самый лучший способ – это уединиться с Богом. Есть те, которые вот тут хотят уединиться с Богом на 40 дней в посте. Предупреждаю. Не то, что я против 40-дневных постов. Но пост на 40 дней должен быть по откровению.
свыше. Это вы точно должны знать, что это от Бога, и Бог будет с вами, и вы доживете до конца 40 дней. Многие, кто брали 40-дневные посты без откровения свыше, умирали. Это не наша цель — принести себя в жертву. Наша цель — принести славу Божью. И поэтому 40-дневный пост должен быть по откровению. Но я не к 40-дневному посту вас призываю. Я призываю вас подумать, когда вы последний раз уединялись с Богом на несколько дней хотя бы, на пару-тройку дней, каялись в своих грехах, доставали, исчерпывали свое сердце, сравнивали свою жизнь не в суете, да, не в суете, а именно в тишине, наедине с Богом. Просто сравнивали свою жизнь с тем, что Он хочет, с Его волей, чтобы познать, какова воля Его в нашей жизни. Если вы этого еще не делали, у вас есть потрясающая возможность это сделать. Здесь, на служении Encounter. 3 дня с Богом. Это 3 дня с Богом, когда вы можете услышать Божье Слово, не только исходящее с этой кафедры, но исходящее с небес прямо к вам в сердце. Я это испытал в свое время, когда проходил свой Encounter. Я просто понял, что я здесь один, и Бог пришел сюда для меня, чтобы меня обличить, чтобы мне показать, чтобы меня исцелить. Это мой личный Бог, мой личный Спаситель. Он не умер за всех когда-то, непонятно где и непонятно зачем. Он умер, чтобы я сегодня имел прощение грехов, чтобы я сегодня имел покаяние, чтобы я имел жизнь вечную. И для этого у нас существует несколько путей. Но первую часть, которую я хотел бы вам предложить сделать и призвать вас, если среди вас есть те, кто еще этого не делали, кто все-таки понимает, что где-то, как-то мы идем не своими путями. И вы первый раз здесь. Может быть, даже первый раз слышите о Боге. Хотя в Израиле о Боге знают все. Бога мало кто знает, но о Боге знают все. Я призываю вас выйти сюда. Мы помолимся за вас, для того, чтобы вы имели часть в Божьем Царстве. Прямо сейчас часть в Божьем Царстве, чтобы Господь простил вам ваши грехи и принял вас в Божью семью. Если здесь сейчас есть люди, которые никогда не молились молитвой покаяния, ее еще называют в Израиле молитвой грешников, то это то самое время, когда нужно прийти сюда и раскаяться в том, что мы делали. И быть вот смелый человек. Как тебя зовут? Саша. Я призываю все-таки, если есть здесь еще кто-то, если есть еще кто-то, кто хотел бы принять Господа своим личным спасителем и посредством примирения через Иисуса Христа с Богом нашим Отцом войти в Божью семью, я приглашаю вас выйти сюда, чтобы мы помолились за вас. Вы произнесете эти простые слова от своего сердца. Можете молиться даже молча, но этого мало. Потому что написано, тот, кто верит в сердце своем и провозглашает устами своими, спасется. Многие говорили, мы провозглашали, ну так, в сердце, в душе. Я молюсь в душе, верю в душе. Ну, в душе, в смысле. Никто зарплату в душе получать не хочет, все хотят только молиться. Итак, если есть еще кто-то, кто хочет примириться с Господом, я приглашаю вас сюда. Пастор, можно тебя? Есть, есть. Я знаю, что есть. Давайте буду еще призывать, потому что я знаю, здесь еще есть люди, которые еще не примирились с Богом. Знаешь, Господь говорит, есть момент сегодня. Это не завтра. Знаешь, завтра – это надежда. Но сегодня Господь призывает сегодня примириться с Ним, сегодня покаяться, сегодня прийти к Нему. Не завтра. Завтра может быть уже поздно. Знаете, у меня был этот момент. У каждого, кто пришел к Богу, уже был этот момент. И если бы это простой момент, но если бы этого момента не было в моей жизни, я не знаю, где бы я сейчас был и что бы со мной происходило. Но этот момент произошел в моей жизни. И я рад, что он произошел в моей жизни. После этого момента вся моя жизнь просто изменилась кардинально. И я бы хотел призвать сюда еще людей, кто еще не вышел, кто еще не примирился с Богом. Я просто призываю, есть еще время. Еще есть время. Время сегодня, сейчас. Это время для того, чтобы принять
Иисуса как своего Господа и Спасителя. Мы не знаем, что может произойти завтра. Мы не знаем, что может произойти вообще даже выйдя из этого зала, мы не знаем, что может с нами произойти. Знаете, ты пришел сюда с супругой, да? Как зовут? София. Можно тебя на секундочку позвать? А? Можно, давай. Кто хочет, смотри, уже даже верующие встают уже. Уже верующие встают, понимаешь, на покаяние. Аллилуйя. София, можно тебя? Ты уже знаешь, София. Я хочу сказать, что вот я счастливый человек лишь только потому, что 12 лет назад в мою жизнь пришел Бог. Я счастлив лишь только потому, что мы вместе с женой приняли Его. Вместе покаялись, и Господь начал строить взаимоотношения, те, которых у нас за предыдущие, сколько лет до этого было, предыдущих, 14 лет предыдущих, это было просто, ну, одни сорняки были. И когда мы пришли к Богу вместе, по сей день, спустя 12 лет, я могу сказать, что я люблю свою жену. Не просто люблю, я готов умереть за нее. Спустя 12 лет многие смотрят и говорят, вы, наверное, молодожены. Лишь только потому, что Иисус в нашем сердце. И для того, чтобы начать, ты бы хотела, чтобы твой муж всегда был тверд, всегда был, знаешь, являл того, кто на самом деле мог бы умереть за тебя. Хотела ли бы ты иметь такого мужа? Он так и такой, я знаю. Он мне рассказал немножко о тебе. Он сказал, что он очень сильно, в первый раз встретил такую любовь, как ты. Но есть большая любовь. Есть любовь, которую может дать только Господь. Тот, кто умер за тебя, это гораздо больше, чем может дать тебе Саша. Это гораздо больше. Я просто призываю тебя сейчас помолиться вместе с ним. Хорошо? Я поведу вас в молитве, но ты будешь говорить это не мне. Ты говоришь тому, кто слышит тебя и всегда слышал тебя. Он сейчас здесь. Написано, где двое или трое соберутся, а нас гораздо больше, здесь целое облако свидетелей. И мы помолимся вместе с вами. Аллилуйя. Давайте закроем глаза. Отец Небесный, очень важно произносить своими устами. Я осознаю, что я нуждаюсь в Твоем прощении. Я нуждаюсь в Твоем спасении. Я осознаю, что я много грешил. И прямо сейчас я открываю свое сердце для того, кто умер за меня. И прямо сейчас, Иисус, я благодарю Тебя, что Ты отдал свою жизнь, что Ты пролил свою кровь за меня. Спасибо Тебе, Иисус, за эту жертву. Спасибо Тебе, что сегодня, благодаря Твоей крови, я искуплен от всякого греха. И прямо сейчас я открываю свое сердце для Тебя, Иисус. Войди в мое сердце. Будь моим Господином и моим Спасителем. Да будет имя Твое прославлено в моей жизни. Помоги мне быть верным. Верным и малым. И знаю, что Ты любишь меня. Спасибо Тебе. И все это я молился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Помолимся сейчас. Аллилуйя. Отец Небесный, прямо сейчас я благословляю. Благословляю этих драгоценных людей, Дух Святой. Я прошу Тебя прямо сейчас, прикоснись, Господь. Дай сердце новое. Сердце чистое, Господь, сотвори в них, Господь. Я прямо сейчас благословляю всеми благословениями небес. И я благодарю Тебя, Господь, что прямо сейчас ангелы ликуют на небесах. Я
благодарю Тебя, Господь, за эту чудесную пару, Господь. Я благословляю вас на прекрасные взаимоотношения, за новое, то, чего вы еще не знали, то новое, которое Господь приготовил для вас, то интересное, ту жизнь, которую вы ни за что потом не захотите променять на то, что было у вас. Аминь. Аминь. Благословляю Влада также во имя Иисуса. Аминь. Можно вас обнять? Знаете, чтобы это произошло, 2000 лет назад на Голгофе в Иерусалиме была принесена единственная и последняя жертва, искупляющая грехи. И больше нам не нужно приносить жертв. Бог не хочет, чтобы мы приносили в жертвы овнов, козлов, тельцов, орлиц, голубиц или кого там еще нужно было приносить в жертву. Он говорит, не нужны мне все эти жертвы. Он говорит, я хочу достойный плод покаяния. И Иисус, опираясь на то, что было сделано в Ветхом Завете, в храме Божьем, кто помнит, как выглядел храм Божий? Как сейчас. В храме Божьем обитал Бог, поэтому он назывался храм Божий. Жертвенник в этом храме – это был жертвенник, стол Божий, на который приносилась жертва, достойная, без порока, самое лучшее. И те, кто приходили к этому жертвеннику, они имели часть от этого жертвенника. Сначала левиты, а потом и те, кто приносили эти жертвы. И люди приходили туда и не понимали, что они не сами туда приносят себе еду. Они приносили туда жертву, самое лучшее отдавали Господу, чтобы Он принял это. А дальше они были приглашены за стол, за трапезу Господню, которую они совершали там, в храме. И Иисус, когда последнюю вечерю после трапезы, написано, встал, взял вино и, благословив, дал ученикам. Они не сами взяли его со стола. Он дал его ученикам и сказал, пейте, съесть кровь Нового Завета, за вас проливаемая. Когда он преломил хлеб, он опять же дал его ученикам и сказал, ешьте, это тело мое за вас ломимое. Он сделал нас причастными своей трапезе, трапезе Господа. И сегодня, когда мы будем с вами принимать эту трапезу Господню, я хочу, чтобы мы покаялись в сердце своем за все, что мы натворили за последние минуты, часы, дни, недели, и пришли сюда и приняли эту трапезу достойно, что мы больше не помышляем о том, что не угодно Господу, мы помышляем только о том, что мы приняли сейчас часть Его трапезы. Мы удостоились чести прийти сюда и принять часть в том, что не наше. Но Господь пригласил нас для того, чтобы мы приняли участие в Его трапезе. И сейчас я попрошу вас подойти. Те, кто знает, что он принимает эту трапезу достойно. Если вы принимаете недостойно, не делайте этого, потому что это будет вам в осуждение. Но я знаю, что здесь таких нет. Мы с вами сегодня принимаем эту трапезу достойно для того, чтобы принять причастие. Не причаститься от слова «чистота», а иметь часть в Господе Иисусе Христе. И сейчас я попрошу просто Алексея помочь мне с тем, чтобы каждый подошел сюда и взял себе... Алексей, да, и каждый взял себе вино и хлеб для того, чтобы мы с вами совершили причастие. Нас много, и я произнесу благословение этого хлеба и этого вина. И вы можете подойти сюда, помолиться, попросить у Господа прощения за все, что было, причаститься к Нему и стать частью Его. Я сейчас благословляю это вино. Барух ата Адонай, Элоэйну мелех ха-олам, боре при агефен. Я благословляю этот хлеб. Барух ата Адонай, Элоэйну мелех ха-олам, муци лехем мин ха-арец. Спасибо тебе, Иисус Господь, за жертву, которую ты принес на Голгофе. За то, чтобы мы сегодня имели в Твоей крови очищение грехов и в Твоем теле причастие, примирившись через кровь Твою с Господом Отцом нашим. Мы благословляем эту Господню трапезу во имя Твое, Иисус. Я хочу, чтобы Ты сейчас просто,
коснулся каждого, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса, излей сюда помазание Духа Святого, чтобы каждый здесь находящийся стал частью тела Твоего в истине и в духе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за эту общину, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас, то, что Ты, Господь, по воле Твоей, тем же Духом сейчас сотворяешь среди нас апостолов, пророков, пастырей. Господь, что Ты сотворяешь среди нас и укрепляешь дары духовные, Господь, в каждом из нас, только потому, что мы, будучи недостойными, были приняты в Твое Царство. Я также благодарю Тебя за то, что сегодня Духом коснулся сердец Саши и его супруги для того, чтобы они приняли Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Господь, благослови эту трапезу. Будь главою этой трапезы. Мы причащаемся к Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь.